Телепроекту «У станка шоу» исполнился год. Это событие собрались отметить все герои и партнеры проекта, друзья продакшн-студии «Волгофильм». День рождения программы совпало с выходом 10-го, юбилейного выпуска, героиней которого стала первая леди города Елена Грищенко. Всем желающим было предложено пройти тест-драйв на автомобилях от компании «Икар», официального дилера «Мерседес-Бенц» в Саратове. Я в восторге. В фотозоне были воссозданы интерьеры студии FF, где проводится съемка программы. Перед началом праздника всем гостям раздали тесты на проверку знаний ПДД от автошколы «Мастер». Феерический номер воздушной гимнастки «Елки» открыл презентацию «У станка шоу». Ведущие передачи генеральный директор компании «Волгофильм» Лилия Ярулина и редактор проекта Наталья Тишина поприветствовали зрителей. Участники программы «Гости вечера» посмотрели на экранах эксклюзивные моменты съемок, не вошедшие в эфир. Зрители хохотали до слез. А это будет сложно, но мы тебя будем кормить. Если вас позовут эти две красивые девушки, идите. Все будет хорошо и непринужденно. Браво! Всем героям проекта ведущие вручили букеты и сертификаты базы отдыха «Лагуна», которая находится в живописном месте Саратовской области, село Синенькие. Кстати, Новый год не за горами, и уже открыто бронирование на проведение здесь самого главного праздника. Здесь точно не будет скучно. Развлекательные мероприятия, банкетный стол, прокат лыж, коньков и даже снегохода. А для любителей острых ощущений – баня с прорубью. Также на турбазе есть яхт-клуб «Лагуна» со специальной стоянкой для катеров. Программа вечера была насыщена и очень интересна. Демонстрация очков запомнилась зрителям интересным номером под музыку группы «Ленинград». Ценителей хорошей оптики не понаслышке знают Марко. Уже 20 лет эта компания предлагает своим клиентам подиумные коллекции от лучших мировых кутюрье. Коллекции для мужчин представлены такими брендами, как Hugo Boss, Montblanc, Jaguar, Bugatti, Dior и Tom Ford. В показе приняли участие дети. Многие бренды имеют линию для маленьких модников. Наконец, пришло время собрать тесты на знания ПДД и подвести итоги. Всех победителей пригласили на сцену и вручили подарки. Среди гостей были те, кто не имеет водительских прав. Директор автошколы «Мастер» подарил им сертификаты со скидкой на обучение. Эффективную подготовку к вождению в реальных условиях обеспечивает команда высококвалифицированных преподавателей и инструкторов. В «Мастере» всегда учитывают пожелания клиентов, поэтому предоставляют возможность гибкого графика обучения и рассрочки оплаты. Особенно значимо, что школа имеет 7 филиалов по городу. Совершенно новый автопарк, в основном состоящий из иномарок. И что особенно приятно для девочек, есть автоинструкторы-женщины. Настоящим искушением для представительниц прекрасной половины человечества был показ драгоценных изделий от ювелирного ателье «Ева Голд». Как известно, лучшие друзья девушек – это бриллианты. Глаза зрительниц сияли при виде этой красоты. Компания «Ева Голд» более 10 лет производит ювелирные украшения и занимается оптово-розничной торговлей, украшениями с драгоценными, полудрагоценными, натуральными камнями. Бренд, созданный компанией, носит название «Цитрин» и занимает лидирующие позиции на саратовском рынке, так же, как в крупных городах – Москве и Санкт-Петербурге. Мы не просто ателье, мы вам рассказываем, показываем и делаем все, чтобы вы получали удовольствие именно от приобретения украшений. Мы сделаем все, чтобы вам было комфортно у нас. Добро пожаловать! Неожиданным и запоминающимся был номер от Центра красоты и здоровья «Лестеля». В начале номера вышла милая девочка в платье феи и подарила всем гостям цветы ручной работы. Показ продолжил выход непрофессиональных моделей постоянных клиенток салона. Имиджмейкеры «Лестеля» создали несколько образов – деловой, вечерний, кэжуал и спортивный стиль. Найти свой неповторимый образ вам помогут гиды по шопингу, стилисты салона Екатерина Егорова и Юлия Гоголицына. Спасибо нашим коллегам, девочкам, которые делали визаж. Спасибо огромное нашим клиентам. Это не модели,
Это простые клиенты, наши любимые, замечательные, которые к нам приходят. Кстати, образ ведущих тоже был создан профессионалами Центра красоты и здоровья «Лестелле». Героям хочу сказать огромное спасибо за поддержку, за то удовольствие, которое они представляли нам, когда участвовали в наших съемках. Хозяйки вечера наградили почетными грамотами всех постоянных партнеров проекта. Среди них гуру красоты и стиля Ольга Гордиас. Талантливый визажист в качестве подарка исполнила итальянскую песню. Показ шуб от бутика «Зима-64» произвел неизгладимое впечатление на гостей. Все завороженно смотрели на дефилирующих моделей, одетых в роскошные меха – соболя, норки, песца и лисы. Здесь можно осуществить мечту всех женщин мира – стать счастливой обладательницей подлинного изделия – легендарной «Black Glamour». «Зима-64» – это гарантия качества и статусное приобретение. На презентации проекта были разыграны сертификаты от мужского спа «Релакс». В любое время там можно спрятаться от городской суеты и суматохи. В «Релакс» приходят не только мужчины, но и женщины. Для этого есть отдельные программы. Помимо этого, есть и специальные предложения для влюбленных пар. Непередаваемую атмосферу вечера создавали сами гости и хозяйки презентации. Количество харизматичных личностей на квадратный метр просто зашкаливало. Вечеринка удалась, а у станка шоу продолжается. We'll be right back.